Приветствую всех, дорогие друзья, а также гости моего канала. На связи я, меня зовут Елена, и у меня сегодня полезные покупки из магазина «Пятерочка». Такой маленький обзор с ценами, в принципе, насколько может обойтись продуктовая корзина. И давайте приступим. Итак, мною был приобретен вот такой сыр, раньше его никогда не брала. Сыр Виолетта творожный. Данный сыр с зеленью. 140 грамм здесь. К сожалению, солнышко и, не знаю, отсвечивать может. Вернее, к сожалению, к счастью, солнышко наконец-то. Сегодня просто обалденная летняя погода. Плюс 20 в тени. И уже все ходят в футболках. Итак, значит, творожный сыр с зеленью. Вот такой вот. Такая баночка. Беру его впервые. Стоил он 64,90. Это по акции. Так он стоит 77. Я взяла с зеленью. И классический сливочный. Ищу уже давно творожные сыры, наверное, 2 недели, но без толку, потому что куда-то они пропали с прилавков. Так, также взяла 2 авокадо. Честно говоря, не очень-то умею их выбирать, но взяла вот один потверже и один помягче. Вот. Они разные по весу, но по цене абсолютно одинаковые. Одна штука 39,90 стоит. Я подумала, что в принципе неплохая цена, потому что обычно он где-то в районе 65-70 рублей за штуку. Здесь одна штука 39 рублей 90 копеек. Вот. Расскажите мне, кстати, напишите в комментариях, знаете вы, как правильно выбирать авокадо? И как правильно его чистить. Какие есть способы для этого. Так, дальше. Я приобрела вот этот вот напиток. Честно говоря, просто их люблю, но не злоупотребляю, потому что там все-таки присутствует какой-то сахар. Может быть, не в чистом виде, а в виде сока. Все-таки в соке... Но они не пишут полноценно, что входит в состав. Значит, здесь у нас 950 грамм, объем 910 миллилитров, и стоил он 69,90, это по акции. Вот такой вот ананас и манго, был еще с арбузным вкусом, но... Арбузный я люблю, но этот я не пробовала, поэтому решила взять этот. Так, дальше. Дальше у нас был вот такой сыр. Долго выбирала небольшой кусочек, чтобы был. Не хотелось много, чтобы лишнее лежало. Значит, сыр у нас здесь 235 грамм. За килограмм, килограмм стоит 499 рублей, здесь получилось у меня на 117 рублей и 27 копеек. Вот такой обычный белый среднесоленый сыр. Так, дальше я взяла 100 грамм укропа. Я что-то выбирала. 30 грамм стоит 20 рублей, а 100 грамм стоит 40 рублей. Явно здесь есть какая-то выгода. Но весь он был какой-то желто-коричневый. В принципе, я выбрала более-менее зеленый. Такой лоток стоил 42,90. Здесь 100 грамм. Так, дальше у нас взяла, увидела... такие появились китайские красные груши.
взяла попробовать. Они, в принципе, зрелые, они мягенькие. Две штуки получились на 445 грамм. Представляете себе, почти полкило за две груши. Килограмм стоит 99-91 копейку. У меня вышло на 44 рубля 45 копеек. Две груши. Можно сказать, что полкило. Так, дальше у меня была тоже китайская. Вот такая вот желтая груша. Решила одну взять. Не знаю, они обычно не очень-то сладкие, поэтому... Так, груша желтая. У меня здесь 195 грамм. Килограмм стоит 104 рубля. У меня получилось на 20 рублей 30 копеек. Такая небольшая грушка. Так, следующая покупка. Следующая покупка — это редис. Вот такой вот свеженький, кругленький и, надеюсь, что сладенький. Потому что уж очень не люблю я, когда попадается магазинный редис с горчинкой. Так, редис здесь упаковка 500 грамм. Стоит она 49,90. Я взяла одну штуку. В принципе, и салат поделать, и так просто поесть вполне себе будет вкусненько. Также я зашла уже не в Пятерочку, я зашла на рынок. Взяла свой любимый творог киржачский 5%. К сожалению, нулевого не было, поэтому пришлось взять 5%. Стоит он там у нас килограмм 180 рублей. Я взяла где-то около 800 грамм. Знаете, раньше вообще ненавидела творог и кефир. А сейчас просто обожаю творог и кефир. Это очень странно. Хотя говорят же, что со временем, то есть есть период 5-7 лет, когда вкусы у человека меняются. Вот, значит, и взяла также орешки. Принципиально для творога мне нравится творог с орехами. Значит, взяла нежаренный кешью 100 грамм, слегка обжаренный фундук, ну, потому что кожура здесь отсутствует, только из-за этого я взяла тоже 100 грамм, и фисташки 100 грамм. Слегка обжаренные. За 100 грамм 100 рублей. Вот такие замечательные, вкусные и полезные продукты я приобрела в Пятерочке, а также на рынке. И в общей сложности продукты из Пятерочки у меня вышли на 650 рублей. Там еще была покупка замороженных овощей, но они уже в морозилке, показывать не буду, потому что светит солнце, чтобы они здесь совсем не растаяли. На рынке, соответственно, вся покупка вышла где-то на 400 рублей. В общей сложности 1000 рублей на правильные покупки. Если вам понравилось видео, понравился такой правильный обзор правильных покупок для правильного питания, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, кто не подписался. И увидимся в новых видео. До встречи, пока-пока!